В последние месяцы увеличилось количество жалоб на проблемы, связанные с несанкционированным выпасом скота в черте города и его окрестностях. Порядка 1500 павлодарцев наказали за бесконтрольный выпас скота. В сельской местности скот зачастую является единственным источником дохода. В осенне-зимний период количество скотокрас, как правило, увеличивается. Основной причиной краж является отсутствие контроля собственников за скотопоголовьем. Выпуская домашних животных на свободный выпас, владельцы уверены, что скот самостоятельно вернется домой и оставляют их без присмотра. Кроме того, пасущийся без присмотра вдоль дорог республиканского, областного и местного значения скот является одной из причин ДТП. В ходе рейдовых мероприятий полицейскими выявлен факт свободного выпаса табуна лошадей на трассе возле поселка Житикше. Стражами правопорядка владелец установлен и привлечен к административной ответственности. За нарушение правил выпаса сельхозхозяйственных животных вынесен штраф в размере 3 месячно-расчетных показателей. Департамент полиции призывает собственников скота ответственно подходить к организации выпаса, а также самостоятельно принимать меры для обеспечения сохранности своего имущества, бирковать скот, укрепить загоны и места содержания животных, установить освещение и по возможности камеры видеонаблюдения, не допускать нахождения животных вблизи дорог. Кроме того, все имеющееся поголовье необходимо поставить на учет в сельских акиматах, произвести таврирование и чипирование. Валентина Леонова, ИРТС Акпарат.